Ребята к нам уже приходят умными. Товарищ президент, мы не подведем. Развитыми. У нас самый лучший президент. Мы их лишь подталкиваем в нужном направлении. С Магары даже не надейтесь. Управление по образованию. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, как ребенка записать в военно-патриотический клуб «Рысь»? Телефончик записывайте, пожалуйста. Записываю. 356-66-27. 27. Кто там? Ольга Михайловна. Ольга Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, как записать ребенка в военно-патриотический клуб «Рысь»? Мы не записываем детей в военно-патриотический клуб «Рысь». Клуб укомплектован. А уже не записываете? Мест нет? Нет, в этом году мы не записывали. Там дети все остались того года. И дети, которые ходили в клуб, вернее, войсковая часть 3214, она себе, наверное, добирала детей, но добирала детей из тех учащихся, которые посещали в этом году лагерь летом их. Понятно, очень жаль. Хотел тоже своего ребенка. Ну, это вопрос не к нам, это вопрос к войсковой части. У них уже тоже определенное количество детей. Сами же поймите, что весь город Минск мы взять в один клуб «Рысь» не можем. А кто у них там начальник, может, подскажете? Мне сейчас некогда открывать интернет и смотреть. Так в интернете тоже еще нету. Ладно. Ну, я не могу вам сказать, но... Ну, все, не нервничайте, все я в порядке. Я не нервничаю. Хорошего вам дня. Спасибо, не переживайте. Да. До свидания. Оперативно-дежурная служба 3214. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а это у вас патриотический ролик с детьми снимался? Какой именно? А тут дети кричат, что любят президента, защищать родину будут. С Магары даже не надейтесь. Воспитанников военно-патриотического клуба «Рысь», который... Не знаю, сейчас по Беларуси много лагерей. Ну, рысь у вас. Ну, может, и у нас рысь. Так это, а кто а что такое, вы хотели уточнить? А кто такое придумал? Это же просто жуть какая-то. Ну, не знаю, кто это придумал. Дети кричат, ну это самое, это же маленькие дети. А вы кто? Дети. Кто вы вообще, представьтесь? Антонов Сергей Иванович. Ну, а кем вы работаете, где вы, что вы? Да я педагог. Ну, а, педагог? Да. Все, я понял. Так же нельзя поступать с маленькими детьми. Это же, кто такое придумал? Хочу позвонить ему. Не, мы не даем телефона. Ну, не знаю, передайте... Да, хорошо. Передайте это ему сам... этому... А, перезвоните через полчаса. Спасибо, хорошо. Угу. Дежурная служба войсковой части 3214, дежурная по части, слушаю вас. Мужчина, подскажите, пожалуйста, а кто начальник вашей части? А зачем, а кто спрашивает вообще? Военно-патриотический клуб «Рысь» интересуется. Максим Николаев меня зовут. Так... Подождите, запишу вас. Запишите. Так, Максим Николаев, это... Да, Антонович. Николай Антонович, правильно? Да. Максимов? Не, Максим. Максим. С фамилией Николаев. Максим Антонович. Антонович. Максим Антонович. Антонович Николаев, да. Николаев, есть. Так, а что вам нужно именно? Да мне нужно ребенка записать в военно-патриотический клуб. Не знаю, кому звонить. Кто у вас там заведует? Так, заведует у нас, ну, не командир части, он как бы, командир части курирует это все, но есть люди у нас, которые занимаются непосредственно этим военно-патриотическим клубом. Так, а как их зовут, как их найти? Так, сейчас я вам подскажу. Подскажите свой номер мобильного телефона, они вам могут сами позвонить, если вы вдруг не позвоните им. Ну, если вдруг не подниму трубку. Ну, хорошо, 29. Так. 355. Так, есть. 24-96. 24-96. Так, сейчас, секундочку. Так, алло. Да-да. Позвоните по номеру 8017. Так, подождите, 17, дальше. Так, сейчас, секундочку. Это... Так, 229. 86. 67. 67. Кто там? Это вот начальник этого военно-патриотического клуба. А как его зовут? Как обращаться к нему? Руслан Петрович. Руслан Петрович, а фамилия? Да.
Ну, он вам представит сам, я по телефону не могу разглашать такие фамилии. Добрый. Полковник Адамчик. А мне Руслан Петрович нужен, здравствуйте. Да, здравствуйте, вышел он пока, нету. Вышел. Я насчет Рыси патриотического клуба. Ну, наберите где-то, не знаю даже, во сколько вам сказать. Через часик наберите, потому что сейчас совещание будет. Понял. На нем. Спасибо. Алло. День добрый. Добрый. Максим Никитин, у меня двое детей. Хочу отдать к вам патриотический этот кружок «Рысь». Как это возможно? А сколько лет детям? 11 и 15. 11 и 15. Так, сейчас скажу вам. Октябрь. 14 числа наберите меня, пожалуйста, я уже буду знать по местам. 14 октября, да? Да. Так, а можно вашу фамилию я запишу? Нет, к сожалению, пока нет. А для чего фамилия? Ну, как к вам обращаться? Руслан. Руслан Петрович. Хорошо. Да. Руслан Петрович, а кто снимал ролик вот этот, который дети там говорят? Что там, за родину, за... А, там, что такое? За Лукашенко. Есть проблемный вопрос, может? Мне очень понравилось. Просто. Да, ну, всего хорошего, до свидания. Такие... Руслан Петрович не хочет говорить свою фамилию. Капитан Камышникова. Здравствуйте, а как мне услышать Владимира Николаевича? Так, он сейчас в отпуске. По какому вопросу вы хотите обратиться? Я по вопросу вот этого ролика, который вышел, военно-патриотический клуб «Рысь», там, где дети говорят. Так, и какой у вас вопрос по поводу данного ролика? Хотел знать, кто инициатор этой инициативы и как такое допустили публично демонстрировать. А кто вы, подскажите, представьтесь. Максимов Николай Иванович, отец двоих детей. Ваши дети ходят в этот лагерь? Ну вот я хотел было записать, а посмотрел такое, ужас дикий, и у меня возникли вопросы. Угу. Так, ну там же написано, кто снимал этот видеоролик. Какие у вас еще могут быть вопросы? А где там написано? Это где у вас? На YouTube, ну, где транслировался этот видеоролик? Так на вот каком не... телеканале? Так вот не написано вроде бы даже. Нет, сейчас на СТВ. На СТВ? Да. Кто у вас сейчас за идеологию отвечает? Так, еще раз. О, один день назад. Кто у вас отвечает за идеологическое воспитание? Сейчас. Вы имеете в виду начальник управления идеологии, наверное, да? Не идеологическое воспитание, да, идеологическая работа. У кого можно спросить по этой инициативе? Просто патриотизма не прибавляется после просмотра подобных роликов. Смагары, только суньтесь. Эти дети вас на американский флаг порвут. У нас самый лучший президент! У нас в гостях начальник военно-патриотического клуба «Рысь», майор спецназа Руслан Шик. Руслан, здравствуйте. Очень приятно. Руслан Шик, все понятно. Заместитель начальника отделения. День добрый. Добрый. Будьте добры, Руслана Петровича Шика. Вы с ним разговариваете. Руслан Петрович, посмотрел вашу инициативу с детьми. Вы моральный педофил. Очень приятно, спасибо большое. А вы очень сексуальный человек. Ну и что? Какой? Интеллектуально развитый человек, молодец в целом. Ну, так как можно детей учить такому? Такой ерунде можно учить, как можно? Нахуй пошел, понял? А да кто тут невоспитанный? Майор Скрипач. Алло, майор Скрипач, добрый день. Да, здравствуйте. Мне бы нужно поговорить с кем-нибудь по идеологии у вас, кто там? А, вы только что звонили, да? Да. Да, запишите, пожалуйста, телефон городской. Давайте. Так. Ну, вы из Минска, нет? Да, из Минска. А, из Минска. 229-86-08. Кто там? Козак. Сергей Козак? Станиславович. Козак Сергей Станиславович. А кто он по должности? Да.
Ну, в РИО начальника управления зоологической работы. Понял. Спасибо вам большое, Сергей, да, Станиславович. Да, не за что. Слушаю, полковник Козыка. Сергей Станиславович, здравствуйте. Добрый день. Никитин Андрей Владимирович. Только что звонил я этому Шику Руслану Петровичу по поводу патриотического этого клуба «Рысь». Так он меня послал. Так, секунду, Андрей Владимирович, да? Ваш да, да. Андрей Владимирович. Угу. Ну, не мог так, наверное, это, может, направил? Если бы направил. У меня есть запись. У меня запись, как он меня посылает. Я очень возмущен. В общем, примите меры какие-то. Ну, в общем, опросите его там. Хорошо, спасибо. А по вопросу, понимаете, по какому... Извините. Понимаете, по какому я вопросу к нему звонил? Вот по военно-патриотическому клубу «Рысь», который работает на базе спецназа под Минском. Недавно записали ролик. Ужасный ролик, я вам скажу. Вот дети там кричат что-то. Непонятно. Я хотел детей своих вообще записать, но после этого ролика посмотрел, я просто в ужас пришел. Кого они там воспитывают? Я сказал, что он моральный педофил, если он занимается вот так с детьми. Примите меры. Это же ужас дикий. Ну, Андрей Владимирович, мы ваше мнение услышали. Ну, ролик, понятно, делали-то не мы, делала это телекомпания. А, это Озаренок их заставил так говорить? Ну, как бы не заставил, не знаю. Хорошо, ну я понял. Спасибо, конечно, ролики смотрите вы. А что же делать? Так. Что дает телевидение, то и смотрим. Это же, ну, я не просто за голову схватился, а что с этими детьми будет потом? Это же какое-то оголтелое зомби. Ёлки-палки. Ну, вот с детьми же надо по-другому. Я сам педагог, с детьми-то надо по-другому работать. Что они кричат? А вы где работали педагогом или где работаете? 39-я школа Минска. Угу. А вы просто преподаватель какой-то, предметник? Преподаватель музыки. Ага, ну понятно, творческие направления. Да, да. Угу. В общем, слов нет у меня. Ну, я понял, перешивайте вы что-то, хорошо. Я ему сказал, что так нельзя, а он меня послал. Так, а ну, что, сейчас пообщаюсь, я хорошо послушаю. Что у вас за кадры там работают такие? Спасибо, Андрей Владимирович, я сейчас... Спасибо вам, Сергей Станиславович, что вы меня выслушали и не посылали никуда. Не, я надеюсь, что тоже, по-моему, и Шик не должен был так сделать. Здравствуйте. Добрый день. Мне нужна помощь. Слушаю вас. Можно я вам расскажу, что случилось? Да, слушаю вас. Я вот посмотрел ролик с детьми. Воспитанники военно-патриотического клуба «Рысь» такой есть на базе военной части 3114, по-моему. Да, и 3214. Так мне плохо стало. Дети кричат, что будут защищать Лукашенко. Родину будут защищать, как, ну, какие-то одержимые. Это у меня боль. Это что, милиция или военные для этого нам нужны, чтобы детей калечить вот так? Угу. Вот скажите, что делать? Ну, я вам не могу дать такую информацию. Конкретно, какое ваше предложение, может быть, мы запишем. Ну, какое предложение? Не использовать детей в своих этих вот милитаристских целях. Не надо сеять вражду в обществе. Как вариант. Вы бы своего ребенка отдали вот так вот горлопанить? Я записала ваше мнение. Сейчас вон, в России мобилизация идет, так а потом наших детей так вот будут вот, кидать под пули. Потому что они родину любят. Что это за ужас такой? Там мозги есть у милиционеров, наших сегодняшних начальников? Я приняла ваше пожелание. Вы не хотите свои данные оставить? Не, не буду оставлять данные, потому что знаете, в какое время живем. Да, я, ну хорошо, я поняла. Тем более у вас не там телефон доверия. Так точно. Ну, так точно. Так это очень, очень обидно. За нашу страну,
за руководство, за этих людей, которых мы не выбирали, которые травмируют психику наших детей. Плюс еще и нашу травмируют психику после просмотра вот этих всех роликов. Это вот пускай бы Коля Лукашенко так орал бы. Где? Мы его не бачим. Сидит тихо. Какой пример подаем подрастающему поколению? Угу. Женщина, спасибо, что выслушали. Как да, у вас пожалуйста, дела? Да. Все хорошо. У вас все хорошо? А война в Украине идет. Вот что с этим делать? Не могу с вами обсуждать такие вопросы. Так а кто будет обсуждать? Некомпетентно. Мы я белорусы, абсолютно некомпетентно. Ну понятно. Мы белорусы для чего вообще? Мы собираемся дружить с нашими соседями? Собираемся помогать кому-либо? Что происходит? Для чего наша страна нужна вообще? Наша страна для жизни. Так, а жить для чего нужно? Для жизни. Так, а жить для чего нужно, чтобы потом с какого-нибудь президента-самозванца, самодура защищать, отдавать свои жизни? Вот у меня двое детей. И что, а они должны жизнями своими рисковать, чтобы вот эта вот система жила, вот эта вот горлопанская, ментовская, извините меня, система, которая за то, что ты БЧБ-флаг вынес, под которым президент присягу принимал, за то, что ты покажешь историческую ценность, так тебя в тюрьму бросают за это. Это что, для этого мы размножаемся? Чтобы над нами издевались? Я вас услышала, ваше замечание записала. Запишите и скажите, что по жопе получат за такое. Я все записала. До свидания. Хорошего дня вам. И вам хорошего. Мы белорусы, мирные люди. Владу отдали, Шкловская.